И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе первом. На эмуляции, получается. Короче, чем мы сегодня пойдем? Вон мой домик, недалеко. Я хотел притопнить про Каптодонта. Но я так подумал, блин, камон, да, эта идея хорошая, и как бы 15 левел, неплохо, но я что-то посмотрел, я здесь не нашел нигде рядом кристаллы, чтобы с них налутать. Ну, зато нашел эту фигню искажения. Но я посмотрел и такой, камон, генотипитеки, натуре. Я же их, получается, еще в этом выживании, ни в одном из четырех сезонов я их не томил. И такой, блин, а почему не потомить? Он лутает траву, он лутает волокно. Почему бы нет? Почему бы и нет? Поэтому притомим гигантопитеком. Ну и также... Опа! Моя клевая винтовочка мне пригодится. Кстати, так необычно смотреть на руку без импланта. И типа... По факту я теперь сам, то есть вот это все в моей голове, а не в импланте. То есть я без импланта могу этим всем управлять. Блин, клево. В общем, длинная винтовочка, которая у меня перешла с экстиншена, ну уж извините. Честно, я думал, весь лут исчезнет, абсолютно весь исчезнет, как-то всегда было при переходах, весь лут исчезает, потому что это... Но нет, он остался. Не знаю. Почему-то я решил, что будет именно так. Хотя, наверное, из-за того, что я обычно раньше переходил, а тут я решил на выгрузке выйти, точно. Ну, ладно. Фиг с этим всем, фигня копейки. Суть в чем. Сделал немножко транквил дротиков и уже нашел аргентависов. Нашел благодаря моду, да, который у меня стоит. То есть поиск аргентависов. Вот у меня 150 левел аргентависы летают. Трое на карте. Женский, мужской, мужской. Да, буду томить вот этого. Икс аргентавис. Попрошу заметить. На минуточку. Вот, и я такой, о, клево. Клево. Будем томить его. Но сначала притомим гигантопитеки. Почему я додумался на них? Потому что, ну, как я уже сказал, да, это, о, клево, все дела. А во-вторых, мне нужно лутать эту... Траву, мать ее. О, 150-й аж 3, да ну нафиг. Ладно, делаем так. Это профиль. Это удаляем. Отлично. 350-х. Все мужской. Это мне не важно. Выращивать я их не собираюсь. И самый большой по ХП, самый близкий. Окей. Минус один дротик. Ну ладно, их не нужно томить с помощью дротиков, их нужно томить с помощью рук, так сказать, начинается игра рук. Погнали на базу, если ее так можно назвать. Пока что я еще в зиме, здесь обосновываюсь, потихонечку развиваюсь и так далее. Волокно зачем-то здесь. Вот, установил бин, как там... Pressure bin. И как там, я не знаю, я мимолет убрал. Вот, чтобы было. Ну, кстати, что, давай тебя туда и закинем. Pressure bin. А, может, я и правильно сказал, черт его знает. Вот, это spawning bin. Все, здесь у меня, я все сюда, все, что у меня выпало сюда, я сюда закинул. Я вам так скажу, то, что у меня вот здесь вот с собой я притащил, и то, что у меня досталось, это как будто не было, да, разницы почти не сильно много в плане ресурсов. Так, единственное, что, маскировочный костюмчик. А, у меня органики-то нету у меня, да? Это немножечко проблемка. Ну ладно, будет у меня только шапка. И пойдем сейчас томить мегапитеком. Ну, гигантопитеком. Его томить как бы несложно. У нас. В смысле ты не здесь? А, ты вы на винтаре делаешь. Простите. Маскировочный. И тут только органика требуется. Тут как бы без вариантов. Ну, это логично.
Ладно, в любом случае, ну, шапка так шапка. Всяко хоть что-то. Берем овощей, у меня нет киблов и подавно, значит, берем Мажаберу. Мажаберу ставим в последний слот. И, собственно, пойдем сейчас приручать. Эх, прокачу. Самое главное, чтобы сейчас там не было всякого говна рядом. Ну, в плане хищников и так далее. То есть я как бы немножко подзадолбаюсь с ними тусить. Что, как, где. Кстати, да, там вот если недалеко посмотреть, недалеко пройтись, там есть большерогий олень 150-го левела. Да ё-моё, у меня тут столько топовых левелов позаспавнилось. Это прям, я сам офигеваю. Это прям кайф. Генерация, вот это прям моё почтение и уважение. Так, это должен вот здесь быть около стены, по идее. То есть, ну, вот с этой стороны не стой, судя по дальности. Давай сразу же Аргентавис, Кейти, резинка, ого, кайфовая. Прокоптодон, блин, прикольный. Сколько ты там требуешь? 9 грибов, ну, допустим. Да ладно, с той стороны, ах ты ж мать твою за ногу, чтоб тебя собака икалася. Пошел в жопу, летун сраный, недоделанный, ты мне не нужен. Ты слишком маленького лэма. Вот, что-то я вижу впереди плохое, по ходу дела. Не, летучка бы притомить в первую очередь было бы неплохо, я так скажу. Очень высокие кусты. А, это они... Ютик со слоном, мачка... Очкается, я в чё, в дерево встрял, господи. Вау! Да ну нафиг, я сюда пешком пришел. Это какая-то другая фигня. Так, где ты там? А, ладно, фиг с тобой. Да ну нафиг, ты смотри, какая красота. И смотри, какая жопа! Блин, красиво, красиво так. Так, ладно, фиг с ним, выживу. Наверное. Блин, я хочу сюда подойти. Ё-моё, какая огромная построена. Блин, классно. Мне однозначно эта постройка нравится. Так, ну ладно. Погнали искать нашего будущего друга. Ну, в смысле друга, друга, короче. Это, то есть, друга, а не друга. Ну, ай, короче, нафиг. Вот. Сейчас его притомим. И сядем ему на шею. Ну, блин, а по-другому как кататься на гиганте Питеке. Так, я чувствую проблему. Как мне туда забраться? Ну-ка, а так могу? Блин, я застрял. Я кирку не могу альпинистскую состряпать, так как у меня нет гемов. Вот это вот основная такая гемор на данный момент. Чтобы карабкаться по скалам, мне нужна альпинистская кирка, а ее у меня нет. Нифига, дяди гуру, господи. Я уже вот этих вот этих бугорков очкую, прям конкретно всегда очкую. Потому что типа, это может быть это... Там Мегалания, а... Ну, это Пурловия, как я мог и забыть. Вот, и как бы, а там, где Пурловия, там, ну, беда. Ладно, заберемся наверх. Мне сейчас пришла в голову гениальная мысль. А почему бы не забраться на эту высокую постройку и уже с нее не летануть вниз? Ай, не лагай! Подумал я и уже бегу наверх. Добрый вечер, мистер Носорог. Как день, мистер Носорог. До свидания, мистер Носорог. Благо они не агрятся, это ж безумное создание. Во! Нет, смотри, ну как. Я не знаю, что это за структура, но с нее явно летать удобнее. Ханцай! Так, отличненько. Полетим. Сейчас будем пикировать прямо на него. Сейчас будет прикол, если он просто в текстуру застрявший. Я такой зря все это делал. Нет, он в текстурах не застрявший. Такс, ну отлично. Так. Это не та кнопка.
Мне нужно к нему подползать. Блин, как к нему подползать, если здесь сраные кусты, он в них прячется. Давай попробуем к нему подойти. Ну, в смысле, на картонах. Отличненько. Что тогда вышло? Воу-воу-воу-воу-воу. А, дурная ты! Голова. Прыгаешь мне на голову. Так, аккуратненько не поворачивайся. Иди куда идешь, только... Это отлично. Хотел ягодку в попочку засунуть, но не получилось. Ну, я всегда представляю именно так. Ты подходишь ему ягодку так в жопу, хоп! А куда я ему даю? А? Ну, сами подумайте, куда я ему ягоду засовываю, если я со спины подхожу. Но! Тут как бы вообще без вариантов. Отлично. Не поворачивайся. Нет, то, что я могу на картонах ходить... А не ползать, это мне очень сильно помогает. О, классно забрался наверх. Так, не подходи, в смысле, не поворачивайся. Та-т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 а. Если он согрится, это все, это кранты, он бежать будет долго и счастливо за мной. Да ты ж серьезно что ли, а? По идее, когда начнет томление падать, но это уже немножечко будет поздно. Ну камон, Аргентавис, что вы не видели, как это мило Аргентавис, а вот Гигантопитека, о, где, господи, зеленая точка, а вот Гигантопитека, как это мило, вы не видели. Ну, если вы не смотрели мои старые-старые там какие-то выпуски, где я томил Гигантопитека, это было на карте Центр. Это единственный раз, когда я томил Гигантопитека, если уж на то пошло. О, давай, ползу. Хоп. Так учили гуськом. А вы что думали? На физкультуре зря гуськом ходили. Ох, ёпты уж. Это ж не просто так гуськом ходить. Угу. Вас, собственно, для этого и учили, чтоб могли выживать. В симуляции Генезис. Вот вам скажут, типа, через несколько десятков тысяч лет в симуляции Генезис. Ходи гуськом вот так вот, короче. И томи Гигантопитека, и такие: ой, а я не могу. Я на физкультуре это не любил делать. Вот все. Гранты. Ай, какую хрень я несу. Но, а что поделаешь? Что поделаешь? Я хочу вам показать, как это все делать. Ты серьезно, что ли? Хеликоптер, так твою мать, ну ты... Ну ты ублюдок, мать твою. Пошел ты, мать твою. Понял, ублюдок. Приперся он сюда. Все патроны так растрачу. Так, иди сюда. Яй-яй-яй-яй-яй. Можно немножко подбежать. Сейчас было опасно, я встал. Да ёб твою ж за ногу! Звук глюканул просто, простите. Звук глюканул, а я в наушниках, если что. Да вас там еще... А, на носорожье. 145 носорожье. Надеюсь, его карикатер не сагрит никак. Да ты чтоб тебя собака это... Макака, точнее. О, прости, гибон. Я не знаю, кто ты. Давай. Да ты, мать твою, серьезно, да пошел ты! Подождем. Так, давай еще разочек попробуем. Немножко подождал, пытался второго халикатаря выманить, короче. Чтобы он это... Загрелся на меня и куда-нибудь в обрыв упал. Но... Че-то очканул я, что попаду по 16-му носорогу. Ох, как музычка в тему. Прям я напрягся прям очень сильно сейчас. Да ты серьезно? Ждите, пока проголодается. Все, ничего, халикатерик бы здесь не тусовался, мне было бы не так страшно. Ну блин, мне реально казалось, что он как-то быстрее. Ну, хотя да, после первого кормежа, то есть между первой и второй у нее реально промежуток большой всегда, это я помню. Был, ну я не думал, что такой сильный промежуток. Эта дурная макака падает вниз.
и вторая кормежка все еще не пришла, но эта дурная макака сюда упала вниз. Ну, здесь, конечно, меньше шума ветра, но здесь уже сложнее. Здесь площадка идет меньше, и запалиться перед ним намного легче. То есть мне сейчас просто будет нужно будет кругаля давать каждый раз вокруг него. А еще здесь странная трава, которая мне прям конкретно мешает. Выглядит это как минимум тупо. Так, могу сейчас подойти? Сейчас, если он не разворачивается, отлично. Будем пытаться еще раз кормить. Отлично! Да, сейчас должно быстрее пойти. Интересно, что он думает, когда он видит, что перед ним какой-то дебил ползает, какое-то непонятное что, вот с этой непонятной фигней на спине что-то ползает, карабкается, что вообще это за существо? Интересно реально, что он думает об этом? Не хочу об этом задумываться. Но я так скажу. Вот. Здесь уже немножечко полегче, так как хотя бы хеликотерии здесь нету. Уже полегче в этом плане. Но... Да ты серьезно, подрезает меня, смотри, собака. Сейчас бы вот это... Игры разума устраивать с обезьяной, но... Ты серьезно? Да ты серьезно? Ой-о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 й, нет, не смотрит, отлично, красава. Ждем. Ё-моё, вот лошара, смотрите слева на желтую полосочку. Ready to eat, блин! Понимаешь? Там написано, готов пожрать, а я за ним ползаю. Я просто реально туда не смотрю. Я привык вот на вот эти вот ощущения свои, вот это вот что-то как-то... А тут, блин, я шикарен на халяве. Камон, блин. Ну, я тут уже, если что, половину собрал кустов. Я тут сейчас просто хожу, ползаю. Точнее, хожу, ползаю, блин, ползаю просто. И собираю... Ну, кстати, хожу, ползаю, это относится к картонам прям очень неплохо. Ползаю, собираю траву. Убираю ее из виду. Несколько раз чуть на него не нарвался. Пришлось убегать. Ну, благо он на меня не согрелся. Прям убегать именно. Вставал и бежал, потому что как бы было два варианта. Либо встаю, бегу, и у меня есть шанс. Либо я ползу, и он меня догоняет. Вот. Так что да. Ready to eat. Ладно. Учись на последней кормёрке. Так. Практически вообще, по идее, должна быть сейчас последняя кормёжка. У него 98,3 эффективности. То есть, по сути, типа пару левелов только должно сбиться. И получится что-то около 222-223 левела. Теоретически. Практически, сейчас узнаем. Ага, вот. Опа! Отлично! Ух! 222 левел. Да, я все-таки правильно сказал, то, что два левела должны скинуться. Так, нейтралочка. Вот так-то мы и гоняем. Оп! Вот, отлично, прыгать может. Задолбался. Я порядка около получаса его томил, бегал за ним и так далее. Но мне... Чисто повезло то, что вот я увидел, что нужно смотреть, точнее, куда нужно смотреть. Эй, ёп, твою ж за ногу я забыл! Я хотел приблизиться, но я забыл, что на эту кнопку летит. Так, отлично. Теперь я могу собирать вот эту всю траву. Кстати, да, она по-новому выросла, буквально я только отошел. Собака долбная. Вот, ну, у меня такие, это, на выращивание такие рейты у меня стоят. То есть отходишь, она выращивается. Но самое главное не это, а самое главное то, что у меня, вот, смотрите, сколько наркобериков. Братан, таки, ударю. Вот, сколько у меня наркобериков, просто кайф, кайфовый, кайфаевский, да. Супер. Так. Теперь как мне найти
дом. Все легко и просто. Вот куда-то туда, короче, надо идти. Погнали до дома. Погнали до дома, чтобы уже поставить его на место. И будем искать Аргентависа. Вот с Аргентависом будет немножечко, может, полегче, может, посложнее, не знаю. Но там будет видно. А сейчас домой. Где мой дом? Там мой дом. Так, отлично. 14 дротиков, один заряженный, то есть без 15 дротиков у меня есть, куча наркотиков делается, и еще больше наркобериков у меня лежит в этом, в бине, господи, как там, ну, в холодосе, короче. Только единственное, что сделаем сейчас, это вот так, хоп-хоп-хоп, чтобы меньше портилось. Хотя не знаю зачем, но я в целом люблю, когда меньше портится. Что дальше? Дальше берем винтовку, берем баранинки, ну так побольше, что если вы испортится не жалко. И да, кстати, вот он, мой гигант питек, то есть я его подкачал уже здесь, вкачал здоровье, качал немножко выносливость, вкачал вес до 1500, сейчас урон, и возможно буду качать вес, там будет видно, что, как, да где. Так. Да, я сказал еще раз привет Хелене. И, соответственно, что? Правильно, мне дали еще 300 бабулясиков. Так, это мы убираем, а вот это мы оставляем. Мне нужен вот ты. Хотя, по идее, вот ты... Не, вот ты идешь ближе. Почему-то стало уже... Она где-то там была, вроде бы. Или пофигу на количество хп. Ну блин, там-то реально далеко. 1700. А здесь вот где-то вот тут в упорчик. Так. Ну давай тебя. Это вообще, короче, за горой. Буквально чуть-чуть. Давай посмотрим, где ты у нас находишься. Ну погнали, чё. Блин, все-таки как же тут красиво. Да безумие красиво. Что мне сейчас нужно? Ну, по идее, бы седативчик сделать. Но это как бы такое себе. И, блин, я забыл наркобериков взять, чтобы мне их не лутать. Ладно. Сейчас придем к Аргентавису. На свиданку. Так, вот она. Прям очень близко. Прям очень близко. Вот. Вот где-то вот там вот мой домик. То есть буквально прям вообще вот. Буквально чуть-чуть очень близко, да. Ой-ой-ой-ой. Ну я смотрю, здесь никого такого нету. Вот такого вот зачем-то гигантопитеков мне тут притащило. И хочу попробовать без этого обойтись. Без ловушки. В надежде на хорошую винтовку. Обойтись. Прям очень сильно хочу обойтись. 1300, ну допустим. То есть два дротика это половина. И сейчас начнет драпать. Не-не-не-не-не-не-не, он. Твою мать! Вот примерно об этом я и думал. Да, вот примерно об этом я и думал. Ну, я попробовал. Тут как бы ничего нельзя мне сказать противоправного. Немножечко не затупил бы, выстрелил бы повыше нее. Было бы лучше. Но сейчас скоро опустится вниз, и это будет нормально. Можно, конечно, попробовать выстрелить, но он по траектории прилетит не туда. Я это знаю, и будет, ну, чутка жопешня. Ща подождем, опустится вниз. Ну или не опустится. Чё-то, короче, куда-то далеко улетело.
Даже из зоны видимости исчезла. Твар. Ядришь, тебя растудышь. Прям очень крайне печально. Зато 60 FPS вверх смотрю. 60 FPS. Так. Дальность прорисовки. Поможет? Не поможет. Ну, короче, вы поняли, да? Не нужно все-таки без ловушки томить, даже если у вас хорошая винтовочка. Ну, прям реально не нужно. Ладненько. Обидно чутка. Не, тут пару дротиков еще вверх пальнул. Ну, мало ли, думаю, попаду. Не попал. Ладно, чуть подожду и пойду, короче, к мужику тогда. Фиг с ним. Задолбали они меня все. С мужиком оказалось все намного легче. Мне не нужно бежать 1500 метров. Я просто телепортировался снежным биом на Е. О, добрый вечер. И попал туда, куда нужно, можно так сказать. Но здесь небезопасно, мать его. Здесь просто чертовски небезопасно. Да пошла ты, лавина. Иди сюда. Ща я тебя вот это вот... толкается еще. Ну я понял, то есть как бы если только камешки вот эти попадают, тогда это урон наносит, а так она просто тебя сталкивает как бы вниз. Так, ну Ютик он должен сдохнуть по идее. Да я твою за ногу, да чтоб тебя тварь, мать твою за ногу, да чтоб тебя собака ты, в смысле кошака, кошака говорю, иди нафиг. Я просто слышу, но, ёб твою ж за ногу. Ох, ну тут небезопасно. Также 6000 торпора. То есть также я 2 дротика попадаю. На третьем начнет драпать от меня. Поэтому есть смысл куда-то заныкаться. Допустим, я вот сюда заныкаюсь, я отсюда смогу потом выбраться быстро, да? Угу, отлично. Но вот одно плохо. Это твое оружие далеко высоко! На! Ладно, давай пробовать. Да блин, у меня не так много дротиков, чтобы пробовать. Но я же могу так попробовать. Нет, какая разница, мне же просто сагрить надо. Текс. Там в деревьях должен падать. Есть! Ну что, лети сюда. И мне нужно просто сделать так, чтобы... Ну прям, ну немножечко у меня была фора. А ты серьезно, что ли? Я говорю, лети, мать твою, сюда. А в смысле, ну я же попал к тебе. А, вот красненький, все отлично. Мне нужно так, чтобы у меня была потом немножко фора. То есть, когда будет драпать от меня, мне нужно, чтобы... Драпать немножечко не получилось. Так. Подожди. Я еще пытаюсь найти место. Все-таки бежим туда. Торпорчик. 3000, отлично. 300. 300! Опа! Тварь попала. Подожди. А, вот сюда куда-то. Вроде как сюда. Куда-то надо нам... Да подожди ты. Да подожди, я тебе говорю. Давай здесь обойдем. Во, иди сюда. И... Давай, падай! Да! О-о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 -
получилось. Ох, кайф. Вот это я понимаю. А, какой наркобарик? Они ж томятся без наркобариков. Ох, твою мать! Эффективность 100%. Окей. Я не лоханулся. По нему не ударили. Ну, это немножечко опасно было. Я думал, ударит. И тогда будет жопа, вообще-то. Ну все, ждем. Ну, хотя, можно, не знаю, там, может, голод как-то побыстрее спадет, я не знаю. Ну, нет у меня грибов, цветов, чтобы сделать седатив. Надо будет этим заняться делом. И посмотреть, где они вообще лутаются. Как вариант, на болоте. Ну вот же говно, да? Он просто ударил по нему, и эффективность спала. То есть просто эффективность стала 92, потому что по нему ударил. Вот это ж, конечно, подстава еще та редкостная. Ладненько, собираем стимбери, пробуждаем куропатину. И где-то надо оглушать его на вершине, где к нему не будет бить. Да, конечно, можно попробовать все-таки постройку сделать. Ну, сейчас будет видно. То есть, как бы, я сейчас чувствую минут 20, я только буду его пробуждать. Что, когда, где? Ну, в любом случае, еда. Она спадает. А значит, что это время не пройдет зазря. То есть я в следующий раз, когда... Ой, я тут развалился просто. Наверное, плохо было слышно. Не так сильно, конечно. Ну, фиг с ним. В общем, короче, еда все равно спадает. Поэтому, когда я его начну кормить, то есть он пару раз точно захавает за милую душу и без всяких проблем. Вот, поэтому проблем нет. Четвертый день, кстати, выживания. Прикольно. Я еще подумал, всяких, допустим, деликурусов, анкилозавров я, наверное, буду томить за кадром, потому что, ну, камон, вы уже видели не раз, как я томил анкилку, к примеру, вроде бы несколько раз я томил и на Айсланде, и на это. Ну, в общем, вы поняли, да, то есть, как бы, их притомлю, наверное, за кадром, как вариант, потому что здесь у нас есть и без этого что показывать. Потому что, ну, кстати, быстро торпор попадается со стимбрем. Здесь у нас есть куча, просто тонна всяких разных миссий, поэтому здесь есть без этого что показать. Слушайте, я, наверное, сейчас, блин, не знаю, попробовать прям на нем построить ловушку. Как вариант. Блин, у меня 5 дротиков. А, ну хотя, если будет в ловушке, то вообще пофигу. 5 дротиков, это будет типа нормас, прям норм тема, мне всего надо 4. Я не тем оружием лутаю. В общем, короче, не удивляйтесь, если у меня кто-то что-то появится просто так, из-за того, что я... Мне нужно было притомить, допустим, анкилку, и я это не показал в серии. Ну, камон, вы это уже видели не раз. По сути, из добытчиков мне только дедикурус остался, это камень, и анкилка, это металл. Поэтому, ну, понятное дело, их можно и так притомить. И, кстати, получается все. Кицаля бы притомить, я бы тоже бы не отказался. Я их не томил. В этом сезоне я их не томил. Кстати, давайте посмотрим. Ёпкую же зануб. О, привет, привет, говорю, привет. Привет. 306 граников, не нужно это пропускать момент. Кицалькуатор. Ну вот сейчас опять... О, господи, я думал, куда ты полетел исчез. Ну, отлично, зато благодаря этому пал. Ну, он опять он ударил по нему. Поэтому будем пробовать все-таки в постройках. Так вот, Кецалькуатль. Кецалькуатль у нас идет... Сейчас посмотрим, вообще они на этой карте у нас есть? Ну, должны быть. Так, потому что не настолько же все плохо. Кентрата... Подожди. А я реально Кецаля не вижу. Ёх твою ж за ногу. Реально Кицаля нету? Прикинь. А, X Кицаль.
прикинь! Да ну нафиг! А тег? Вот и снакрыл есть. Да ну нафиг! На этой карте нет кицаля. Обалдеть. Ну, тогда понятно, для чего здесь ввели этот кораблик летающий. Чтобы это... Типа, хоть как-то его... хоть как-то заниматься всякими перевозками и так далее. Ох, жопа, короче, конечно. Ну, а что поделаешь. Ладно. Построю сейчас вокруг него сразу же ловушку, и чтобы сразу же на месте его томить. Ну, вроде как помогает. Урон прошел по двери, а по аргентавису вроде бы ничего. Ну все, остается только ждать, пока проснется. Прошло, кстати, вот это вот все 10 минут. 10! Мне полчаса ждать, ужас. Ну, по закону жанра, игра должна была бы вылететь. Она вылетела. Вот, но мне повезло, отката не было. Откат был буквально на 200 торпора. Но самое главное, я восстановил файл, и все хорошо, вы эту серию видите. Вроде как все хорошо, пока еще не знаю, но вроде как все хорошо. Торпорчик осталось 300. ХП как было, 3-7-6-6-7, так и осталось. Здание здесь просто колоссальный ущерб нанесено, то есть как бы ворота, стены, вот это вот, точнее, ну, сами вот эти воротинки, сами двери, даже вот эти вот двери повреждены. То есть как бы очень много урона проносится, но здесь безопасно. Это хорошо. То есть как бы знал бы сразу же, что здесь будет засыпать, я бы, понятное дело, бы застроил. Я бы сразу же бы ловушку бы строил, а не вот это вот все. И еще мне пришла одна идея в голову. Ну, как бы... Грибочки и цветочки. Ну, вы поняли. То есть, я мог сделать седатив, но я об этом как-то и не подумал даже. Ну, камон, к этому еще надо привыкнуть. Но я думаю, я лучше так подобываю, чем что-то где-то как-то. Что еще? Вот это не артефакт, блин, это ящик, короче, ну там какую-то рандомную фигню накидают. Так, 33. Текаем отсюда, отлично. То есть там какая-то будет рандомная фигня, и, соответственно, от этого зависит просто качество, что мне нададут. Ну и самый главный вопрос, я сейчас точно... Не попаду, к примеру, в воротину. Попал, отлично. Раз, два, три. Стой на месте. Но я же попросил стоять на месте. Ну попросил же стоять на месте. Благо был запасной дротик. Ой, ужас-то какой. Закидываем. Эффективно 100%. Хавает и... Все, отлично. Успевает отхаваться и все хорошо. Топовый аргентавис. Черт побери, вы бы знали, как я задолбался. Вот он, этот треклятый дротик, торчащий в воздухе. Ну а теперь мне все это нужно дело отремонтировать. Репейр. Ну, собственно, вот, вы видите, абсолютно все повреждено. То есть, вот, воротины повреждены. То есть, абсолютно все повреждено. То есть, дома колоссально влетают сюда, как ни крути. Вот, но хорошо, что все хорошо кончается. А, точно, с этой стороны здесь поменьше, точнее, побольше зазор, поэтому и хорошо. Вот такие вот делишки. Пикапаем. Пригодится еще. И... Хиренко, ты где? Погнали до дома. Так, так, так. Это у нас снежный и на эсочку.
Радиус просто огромнейший, радиус телепорта. Ночью прям видно. Хорошо, ну вы вот прекрасно видите, да? То есть сколько вот радиус. Это дофига большой радиус. И это плохо. Мне надо такую площадку будет для себя найти, чтобы телепортироваться оттуда. Такие вот два. В целом я могу здесь бегать туда-сюда. Я тпхнусь в любом случае. Но площадочку нужно будет найти. А! Фундамент. Ну давай подберем его. В целом я сюда поставил фундамент, чтобы здесь никто не спавнился. Ну и собственно я тоже не смог заспавниться. Ладно, погнали. Погнали, сделаем сейчас седло для Аргентависа и все будет окей. Анкилка у меня тут около базы бегает 140-го левела. Прям огонь. Ее обязательно притомлю. Где-то еще Диди Куруса, я помнится, видел. Тоже такого хорошего левела, тоже притомлю. И все будет супер. Но это уже будет за кадром. А не сейчас. Кстати. Ну-ка. Ну да, я так и думал, что типа все, что остается в инвентаре, оно исчезает, да. Как бы я просто решил проверить, мне все равно стимбери нафиг не нужно. Но проверить стоит. Yeah. Ой, пролагало. Да в смысле ты вылез-то? А че ты вылез? Да ладно. Да ё-моё. О, вот это беда. Я ж хитин кератин не добывал еще. Да, здесь тоже нету. Ну, проблемка. Хоть на тебя седло не надо. И на том уже хорошо. Блин, и все равно еще ниже ростом, чем Аргентавис. Ну... Аргентавис, конечно, получился у меня топовый. Ну, как бы прям такой снежненький, прям красота. Да они все здесь, такая раскрасочка у них снежненькая. А, это же у меня еще и X Аргентавис. Ой, вообще супер. Такие вот дела. Ну, в общем, теперь у меня есть летун. А это означает, все просто будет замечательно на некоторых миссиях. Телепортация. Надо будет, кстати, поставить плашку телепорта у себя дома и призывать, чтобы я мог отправлять своих единосов на базу. То есть призвал, собрал, допустим, траву, там, либо металл и отправил обратно на базу. Только чисто для этого я буду использовать плашку телепорта. Не более. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.